Симоновский суд остановил, что пора Лехе почалиться уже. А то вот все бегал вокруг да около, условки всякие. Ну, это все не то, он не проникся правоохранительной системой. Все, давайте, ребят. Три с лишним, что-то там дома посидел годик, теперь ему 2,5, а то и 2,8 присудили. Нехрен кидать нормальные конторы косметические на бабло. Блогер признан виновным по статье мошенничество и легализация денежных средств, добытых преступным путем. Касается французской компании Евроше и хищения 30 миллионов рублей. Обещали перевозить за одну цену, рассказали о том, что Почта России